Опоры крепкие, тяжело сломать, но если какая скорость, там ничего не это спасет, там уже можно все сломать. Впрочем, сам владелец Toyota утверждал, что двигался с допустимой скоростью. По мнению мужчины, причиной аварии стала халатность дорожных служб, которые вовремя не убрали снег. Развернуло и ударило сюда. Первая жизнь моя авария. С 86-го года за рулем ни разу не было аварии. Похоже, больше всего в этой ситуации повезло водителю «Газели». Молодой человек утверждает, что видел, как иномарку начало бросать по дороге, и он успел сбросить скорость, прежде чем рухнул столб. Ну, по левой полосе он ехал, его кидать начал. Я уж смотрел, его кидать начал, я притормаживать начал. Он столб качался и упал прямо передо мной. Наиболее серьезные повреждения получила именно Toyota. Удивительно, что ни одна подушка безопасности в иномарке не сработала. К счастью, сам водитель не пострадал, а автомобиль имел полную страховку.